Я приветствую покупателей, коллекционеров, зрителей моего YouTube-канала и всех остальных тоже. Девочки и мальчики, и следующая у меня на обзоре книжечка небольших размеров с обложечкой, потрепанной временем, Владимир Иванович. Ссылочка в описании, мои условия продажи также можно найти там. А сейчас я вам максимально детально покажу ее со всех сторон. Много страничек попереворачиваю, чтобы вы, как говорится, видели все водные и подводные. Значит так, вот на обложечке есть вот надпись «Полтавская область, бла-бла-бла-бла-бла-бла». А вот же она, сама книжечка. К сожалению, ребят, нету сейчас у меня линеечки, идут рядом. Есть для понимания ее размера. Вот зажигалочка, допустим, смотри, Big, вот такая вот, видишь, небольших размеров книжечка. Значит, ценник ее стоял 35 копеек в те времена. Вот же он, Владимир Иванович, это как получается, Владимир Иванович, а где фамилия его? Здесь вот отпечаток какого-то цветочка. И так поехали. Такая вот розовая страничка первая. Клац. Клац. Киев. 1967 год. Опа-па. Смотри, вот же он. Вот же он, Владимир Иванович. Поэзии. А фамилии нету. Так, Киевская книжковая фабрика. Жовтень. Послушки, тра-та-та-та. Сейчас тут где-то такую страничку листал. Сейчас покажу все. Так, кто это мне звонит? Сейчас брошу, Сережа, подожди. Это снимаю. Так, так. Буднючий пень. Фондова Соловма. Я так перелистаю, ты когда купишь уже... Сам уже почаешь забута шпачиха, так, рекомендована лисиця, баба яга, костяна нога, заяць та їжак, заяць та їжак, так, свиня на іменинах, во, свиня на іменинах, тут просто читать, не перечитать, аж улыбаешься, порося, порося у мішку. Ребята, это вообще, это жемчужина будет в вашей библиотеке. Чудосия, зеленого змея, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Великі люди, все дела хорошие, робили не для себя, не за гроші. Ясно, что робили великі люди? Не для гроші. Так, копійки злочини, колобок, балобок, так. Ладно, давайте уже к концу, бо я уже устал ее все показывать. Все странички на своих местах, их тут получается 103, 105, 107, короче, ого-го, 108 штучек. Наша справа, наша слава, наша ленинская держава будет жить на радость нам и на заздрість ворогам. Вот так вот. Зміст. Зміст. И вот что еще самое важное, ребятки. Вот тут есть отпечаток 28. Самое важное. Иванович Володимир Єронимович. Стихи, тра-та-та-та, тра-та-та. До друку 1967 год. А тираж вожишь. Самое важное, 6 тысяч штучек. 6 тысяч штук. Это вам не шуточки. Всего лишь в мире 6 тысяч Ивановичей. И одна из 6 тысяч штук уже у меня в продаже со своей обложкой.